звонкому лаю, листьям корове грощу, и ничего не желаю, и ничего не хочу. И никому не известно то, что зимой, говоря, в бездне таится небесный ветер и грусть октября. Это стихотворение Рубцов посвятил сентябрю. Он очень любил это время года. А в Вологде, где он провел значительную часть жизни, вот уже 20-й год подряд каждая осень превращается в Рубцовскую. Самый душевный и поэтичный праздник под открытым небом. Открывают фестиваль традиционный свободный микрофон у памятника поэту. Вперемешку со стихами и песнями и модное дефиле. Автор коллекции – художник и модельер Марина Фазанова, племянница Рубцова. Вологда сегодня стала местом встречи не только родственников поэта, но и исследователей его творчества со всей страны и просто читателей. И даже дождь преданным поклонникам не стал помехой. Поспевает брусника, стали дни холоднее, и от птичьего крика сердцу только грустнеет. Стаи птиц улетают, прочь за синее море. Все деревья блистают в разноцветном узоре. Солнце реже смеется, нет в цветах благовония. Скоро осень проснется Максим и заплачет просвет, как будто для сегодняшнего дня. Это чисто русский поэт. Я считаю, что на уровне Есенина, даже, может быть, даже Пушкина, потому что он близок к природе, к нашей Вологодчине. Это душа. Да. Душа наша. С 1998 года ежегодно проводится фестиваль. Ежегодно собираются люди, которые готовы посвятить часть своего времени на то, чтобы окунуться в музыку поэзии нашего великого земляка. Ежегодно в сентябре к памятнику поэта приходят и те, кто знал его лично. Я жила раньше на Советском семьей, на Советском проспекте 50. К нам, к моему брату Захарову Клавдию Сергеевичу, систематически, когда это приходил Николай Михайлович Рублев. И впервые в этом доме здесь проходил как бы мини-литературный кружок, где приходили вся творческая интеллигенция. То здание уже разрушено, но сохранился дом, где жил и трагически погиб в 1971 году сам Рубцов. Неподалеку от памятника, на улице имени другого известного поэта Яшина. Может быть, последний раз нагрянули. Может быть, не скоро навестят. Окунуться в музыку и поэзию Рубцова можно будет на протяжении еще двух дней на концертах и творческих встречах. Программы подготовили и музеи, вологодские, и тотемские. В деревне под этим городом поэт провел несколько лет в детском доме. Дети, которые также остались без родителей, завтра будут соревноваться в областной столице за первое место в конкурсе чтецов. Завершится Рубцовская осень 16 сентября в 16 часов большим гала-концертом. Татьяна Колосова, Игорь Трифонов. Время новостей.